Сегодня призер Олимпийских игр, чемпионка мира Европы Ирина Слуцкая стала гостем прямого эфира «Таван радио» на волне 103FM. В гости к национальной телерадиокомпании Ирина Слуцкая приехала буквально за пару минут до эфира. В программе «Час со звездой» Ирина рассказала о себе, о шоу на открытии Ледового дворца и, конечно же, о развитии спорта в России. Спорт развивается, да, где-то чуть-чуть получше, где-то чуть-чуть похуже, но на развитие спорта сейчас брошены все силы, и не только профессионального, но и массового спорта, поэтому это все идет вперед, и это очень здорово. Зарядка фигуристов, новые системы судейства в фигурном катании – все это обсудили в эфире программы. Ирина даже успела ответить на вопросы слушателей «Таван радио». А в завершении эфира выдающаяся фигуристка оставила пожелание всем жителям нашей республики. В первую очередь всем хочется пожелать здоровья. Спортсменам хочется пожелать терпения, трудоспособности и, наверное, маленькой вот удачи, потому что она тоже должна быть. Хотя я не верю в это ни во что, но все равно, пускай она будет. Любви безграничной и уверенности в завтрашнем дне. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.